все-таки была цена 50. Да. Так, ну что, народ, мы доехали. Не знаю только куда. Вот он, да, музей будущего. Супер. Thank you. Через одну минуту начнется здесь шоу. Так, все, народ, мы в сказке. Ну вот, что, народ, интерактивное представление музея будущего благодаря вице-президенту шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль-Мактуму. Вот мы все ждем интерактивное шоу. Так, что-то меня уже укачало. Вот он, Бурдж-Халифа, прямо напротив. Вау. А вот и будущее Дубая. Как вам, народ? Мне кажется, я упаду сейчас, честно. Вот парус отель Бурдж Аль-Араб, популярный. У меня вопрос, а почему полос 6? На 6 заяц 7 полос, роут, по которым еще съедем. Странно. Уберут, наверное, одну полосу. Ну, обалдеть, да? У города есть стратегия развития. Я повторяюсь, Дубай удивляет очень сильно. R2D2? Да, нет, вот он. Вот. О, смотри, виртуальное обучение. Да, это уже. Ой, и learning, вон, пожалуйста, все уже. И learning, да, уже все есть. Вечеря. Это просто сказка какая-то. Сейчас чувствую, резко помчимся куда-то. Вперед! О, это я помню из моего прошлого видео, это точно было. Там все уже, и море покорят, и землю. И небо. Ты помогал. А люди где? Чего-то у них. Ну вот. Жесть какая-то, нет, мне уже так не нравится. Давай подержи. Look like Obi-Wan Kenobi. А, ну так спокойно будет приделывать руки-ноги. Ну, уже сделали ноги.
всех пугает. Но оно, елки, неизбежно. Ну, браво, Дубай, что я могу сказать? Все, в космосе. По-моему, была Украина. Было бы приятно. Не, серьезно, какая-то земля. Снимали. Спасибо шейху Мухаммаду бин Рашиду Аль-Мактуму за это супер-шоу. Ну что, народ, вот такое вот шоу. Смотрите, здесь еще не все. Снова интерактивность, снова какие-то прикольные шоу. Такого тоже в прошлый раз, я не помню, чувства, не было. Смотри. Человеческие чувства, роботы, что-то. Вообще, слушайте, что-то такое, я боюсь этого, реально. Что-то такое нереальное. Когда роботы начнут понимать человеческие чувства и имитировать их эмоции, я не знаю. Ну, все-таки где-то были правы создатели Терминатора, электроника, да. Значит, что-то будет, что-то будет. Так, ну а мы выходим уже из прекрасного шоу-центра. О, сейчас посмотрим фонтанчики, смотрите. Помните, мы заходили вот сюда? Уже вечереет. Вот фонтанчики играют. Смотрите, и снова какие-то интерактивные шоу. Смотрите, их можно валять. Шикарно. Наташа, иди поиграй. Ай. Вот это да. Прекрасное шоу, действительно. Это показывается, что такое наука. Реально очень интересно. Давайте посмотрим, что здесь, пока Наташа играется. Так, что это вот такое у нас здесь? Угу. В общем, с тех времен, когда была наука в Греции и в остальных странах, в общем, это все ценилось. И Дубай продолжает эту великую традицию. Вот наша дубайская рамка. Это как она строилась, как создавалась. Очень здорово. Конечно, сделали. Ага. Вот это да. И не верится, что все это вот достроили уже и сделали. Мы, помню, проезжали много раз на автобусе. И мы видели, как строится, но мы не знали, что. Наверное, вам отсвечивает и плохо видно. Вот тоже, видите, какие-то такие... Я забываю, как это называется. Такие штучечки, которые есть в аэропорту Сингапура. Оно как неваляшечка и переходит в разные контуры. Наташ, как эта штука называется? Помнишь, и интерактивные вот такие вот похожие штучки есть в аэропорту? Вот это вот. Вот кинетическая. Вот. Точно. Кинетическая. Кинетика. Это да. Кинетика. Наверное, раздел физики. А там что-то здесь перекрыто, я не знаю, мы не можем сюда зайти. Ну ладно, какой-то... А, ну хорошо, да. Еще что-то интересное. Слушайте, ну вот просто... Более 3600 экспертов, инженеров, архитекторов, техников. Так я не сомневаюсь, работали над этой сколько аркой. Людей 3600. Строили. А вот она в таком ярком освещении. Она вечером красиво разноцветная. Я хотела пойти утром, потому что все-таки вечером бы отсвечивала в окна. И мы могли бы вам не показать очень хорошо Дубай. Что, Наташ? Вот это ну. Мост прозрачный, 116 квадратных метров стекла. Вот. Будем выходить уже, да, наверное? Значит, смотри, какой большой шар.
Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не духами. Потому что у Наташи, когда духи, лишь бы не духами. Когда духи, Наташа не останавливается. Я не понимаю, как это работает. Ладно, идемте. Пошли, Наташа. Я не понимаю, как это работает. Так, я сейчас это... А санитария здесь? Что-то еще внизу находится. Послушайте, ну тут чудеса просто не заканчиваются. Ну, сувенирный магазин. Скорее всего, это сувенирный магазин. Кстати, очень приятно. Ну, народ, как вам было сегодняшнее видео? Супер? Понравилось? Это просто сказка. Ну, нам, например, очень нравится. И мы, видите, второй раз попали на эту арку и не пожалели, и сняли вам видео. Да, с большим желанием действительно пришли сюда, очень понравилось. Мне понравилось. Так что... Здесь эти, да, здесь эти вот фотографии, если которые, хотите, да, если хотите, за, не, не, спасибо, за большие деньги вам все покажут. А что за большие деньги? Надо узнать, сколько это стоит. Точнее, восход. Я так покажу сувениры, чтобы вам не было скучно. Кстати, в тот раз мы очень почему-то бежали. Да, я тоже запомнила, что в прошлый раз мы бежали. И мы не успели никакого сувенирчика приобрести. Я просто вам цены расскажу. 9 дирхам. Это недорого, народ. 9 дирхам это ни о чем. Ручки какие прикольные, смотрите. 19, слушай, 19. Но мне нужна ручка. Нет, я бы хотела узнать, что там в середине. Давай какую-то прикольную ручку, конечно. Думаю, что будет прикольно купить. Но по ценам, друзья мои, это недорого. Вот, Дубай Арка. 7. Вообще 7. Это, ну, это магнитик, но он такой, конечно, пластиковый. Но 7 это дешево. О, такой нормальный сервис. Сюда сколько кружечка? 29. А наборчик такой мы видели, продавался наверху. Сколько он стоит? Не вижу. 20 дирхам. 20. Футболочка почем? Футболочка непонятно. 90 дирхам. Не, на 90 это дорого, друзья. На 90 это что они загнули, конечно. Ну, всякие такие приколюшки есть. Вот сама фотка это. Сама рамка, точнее. Красиво, да, свою фотографию вставляешь? Что-то она безумно дорого. 250 дирхам. Может, она еще его сделана. Ну, ладно. Не знаю, Наташ, выбери, какую хочешь. 9 дирхам. Сейчас я принесу. Так, брелочек почем? 22 дирхама. Ну, скажу так, магниты более чем доступны. Более, тоже 9, да? Более чем доступны. 9 дирхам. Кстати, очень красивый. И парус есть. И остальные всякие магнитики. О, Эль-Джахили Форд. А вы помните Эль-Джахили Форд и видео с ним были они? 9 дирхам. Это магнит тоже не могу понять. Да, это магнит, видимо. Класс. Так тут еще и Ляйновский есть, а не только. Не только Дубай. Белочки, я вам цену уже рассказывала. Наташ, тут магнит есть Эль-Джахили Форд. Иди, посмотри. Да ты что? Ой, красивый такой. Давай что? Возьмем, 9 дирхам стоит. Я подумаю. Так, черный или белый? Не знаю. А, крутят звук, монетки делают. Так, народ, это... О, сама рамка. Класс, смотрите, как сделаны. Магниты в самой рамке. Вот же ж придумают. Подушечки есть. В общем, всякие сувенирчики, мыло есть, это мыло, да, а, это мыло верблюда, народ, вот это подарок, смотрите, розмарин и чайное дерево, еще unscented, господи, что это такое, не знаю даже, дальше сладкий апельсин и корица, а почем такое мыльце, 49 дирхам, нифига себе, ну это прилично, еще есть такие рамочки симпатичные, ну давайте посмотрим малюсенькую, сколько она стоит, боже, 21 дирхам, а, вот с таким вот, попереливать еще, попереливать. 21 дирхамчик стоит. Прикольно. Ну, дальше есть чашечки и целая куча всего интересного. Вот такие деревянные магнитики уже показывала. В принципе, народ, я, наверное, вам уже все показала. Так, Наташа там выбирает себе ручку в подарок. Вот. Что могу сказать вам? Очень довольна мы сегодня таким походом. Вам тоже желаю всего наилучшего. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока!